Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Добрый вечер, добрый день. Вы на канале Russian Hebrew Christian. Мы благодарны вам за то, что вы на этом канале, и за то, что просмотрели и вот этот короткий видеоролик, эту музыку на кларнете. Я хотел бы обрадовать всех тем, что даже после самой темной ночи всегда придет рассвет. И он приходит, и свет уже светит. И чуть более 2000 лет назад Господь явил победу на Голгофском кресте, даровав нам надежду, нам, человекам, грешникам. И те, кто знает Иисуса Христа, как Господа Бога, я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю, о той радости, которая у нас есть, что наши грехи прощены, имена записаны в книге жизни. Господь грядет, братья и сестры, очень скоро Господь возвратится и восстановит свое правление на этой земле. И оно будет так, как и на небе. И уже не будет так, как вот сейчас мы видим в этом мире зла и греха, но будет совсем все по-другому. Но Бог оставил нас на земле, что мы были солью и светом. Не забывайте об этом. Здесь, на земле, что мы были солью и светом. Как свидетели Христовы, как и живое письмо. Пусть Бог благословит нас в этом. Также обращаюсь к тем, кто не верит в Иисуса как Господа и Бога. Не забывайте о Божьей любви. Господь умер на кресте за наши грехи, по Писанию, воскрес за наше оправдание. Но чтобы наследовать жизнь вечную, нам нужно веровать в Него. Нам нужно веровать, что Слово благодати, живое Слово Бога, говорит нам. Оно говорит о том, что мы не можем себе помочь, ибо мы все грешники. И нам нужно покаяться и веровать в Евангелие. Вот в эту добрую, радостную весть о том, что Иисус Господь совершил на Голгофском кресте, когда, оставив славу на небесах, взяв плоть, потому что Он действительно любит, родился на земле, чтобы взять наши преступления, наши беззакония и пострадать. Но не просто пострадать, но быть убитым. Он умер и воскрес для нашего оправдания. И Он тот, который грядет. Мы видим, что последняя часть пророчества Священного Писания сбывается на наших глазах. И Господь, да, Он будет судить эту землю. И суды уже начались. Но это будет только увеличиваться. Но нету страха у нас, христиан, последователей Его пути. Не правда ли? Но мы радуемся. Несмотря на то, что время смутное. С какой-то стороны, может, страшное, но я уже сказал, что нет страха. Почему? Потому что Господь грядет. И никто нас не похитит из руки Его. И если мы будем в Господе. Поэтому, дорогие друзья, читайте Писание. Познакомьтесь с Иисусом, если вы Его не знаете, как Господа Бога. Нету другого пути спасения. Ощутите в сердцах своих радость спасения, радость прощения грехов. Радость того, что имена записаны в книге жизни. Но это ваш выбор. Я уже сказал, что нету другого имени под небесами, которым надлежало бы спастись, кроме имени Иешуа, Иисус. И благодать Господня силой Духа Святого, она вот дает нам, Господь дарит нам вот эту веру, и наша жизнь меняется. И это мы называем рождение свыше. Конечно же, пока мы будем жить в этой плоти земной, временной, будем падать и будем согрешать. Но вот эта сила, которая все же нас ведет, и милость, когда можем исповедоваться, и кровь Христова, которая очищает нас от всякого греха и неправды, и Господь, который наказывает и перевязывает, но ведет нас вперед, и научает нас, когда наше мышление, сознание действительно меняется в соответствии с словом жизни. Пусть Бог благословит. Помните, Иисус вас любит, но времени осталось очень и очень мало. Мы также благодарны вам за то, что вы молитесь за мою семью, за нас. Я очень рад, что мог познакомиться со всеми вами.
смотрите другие видео на нашем канале. Думаю, что они будут благословением для вас. Конечно же, каждый имеет свое понимание, мнение. Пусть Бог благословит. Размышляйте, читайте Священное Писание. И да будет милость Божия на всех нас. Слава Господу. Аминь.